раз апать не нужно. Так, в лужах мы не умираем, ребят. Вы хотите сразу Сузы? А, Сузы и так нету, хорошо. Суза уже вышел, да. Суза у нас любил докастовывать это, но в лужах и умирал из-за этого. По ребафам паладины распределитесь сразу, кто бафает каски, и как только человек падает, его поднимаем, сразу дайте ему касочку, присталич дает ему пристабаф, вар, рекрик на хп. У нас были в траях, что умирали люди после того, как их подняли, они просто у них мало хп, и их не успевают захилить, потому что их шотает. Пьем зеленую, также красную я вожу. Черепочек, Невер, у тебя ассист есть, на тебя звездочка будет на зеленую. А по сакре Корнес, если есть сакрабабу, будет классно. А я дам... Ну, это уже Void. По ситуации будет. Да, ну да. Войд. Войд, ты, блядь, где? Давай в инст. Загрузка. Хорошо. Окей. А у тебя настроена незыблемость прожимка? Угу. Ну, ты видишь, когда, если я ее отдам? А, сейчас я добавлю воду. Добавь ее воду. Потому что я свою отдаю, набиваю 5 стаков и сразу же отдаю на первом боссе. Угу. Когда моя закончится, ты сделай то же самое. Они у нас должны откатиться к червякам. А мы кливаем. Кливаем зеленого, я подвожу красную, у меня в это время дебаф. Я дамажу всю мили-зону. Кастеры, подойдите, Неверу. Как нужно, чтобы у нас милики стояли вот... Кастеры, вот подойдите, подойдите, Неверу. И дамажили, чтобы их вообще не откидывало. Зорки, на. То есть ты стоишь вот здесь вот и танчишь эту зеленую. 3 штуки жрёшь. Вот, тебя она откидывает, здесь все справится. Блядь, дом-то объясняй, чего вы мешаете? Невер, ну давайте нахуй, вофнитесь, пожалуйста. Давайте мы здесь не будем 3 часа на первом боссе сидеть, уже заебало, честно говоря. Войд, вот так вот поставишь, чтобы милики были в треугольнике. Я лечу, сумона нет, я лечу еще в ледяной короткий. Ты еще летишь. В смысле нет сумона? Тебе раз 10 уже сумони. А, не знаю, может забагалось что-то. Я в Долоран протонул, слечу. Да релох просто сделай и все. Да ладно, он уже почти 3, там 3 секунды полетел, осталось. Да. А большой КД отдаем на зеленый вместе с керри, вместе со всеми приплотами, в нее вливаемся. РДД. Вас сейчас очень мало, у нас, блин, пол рейда милишников, большая часть даже. Разбейтесь по группам. Чтобы вы стояли с рейнджой в 12 метров. Пропишите здесь рейндж 12 метров, чтобы пауэрейда не замораживало сразу. Вот, на тебя ставлю квадратик, на себя ставлю ромбик. О, ебать. Короче, пацаны, нихуя. Извините меня, блядь, но я, походу, не закрыл ИГ-25 на БДК. Пиздец, ладно, хорошо, давай мишку. Ебать, жестко вообще, нахуй, я даже не знал, блядь. А ну, балл почему сумона не было? Невер, ты же звездочку, да, ставишь? Да, вижу. Да. Все хорошо, но я поставил вот на 3 хилов хотя бы из 4 меточки. У навального крема тоже крестик тогда. Хилы, ориентируйтесь, где вы все стоите. А, выходит, ну, фридом на реве, это вообще имба. Мы его теперь просто не боимся. Выходит, у нас остается красный червяк, когда выходит рев. Ну, приблизительно. Рева подводим просто в красного червяка. И там же кливаем его. А, смотрим, куда закапывается червяк. В ту сторону мы будем вставать под щиты. На червяке будет метка черепочек. РТД при этом тоже рейндж не забывайте. Смотрите, где уже лежит, но так, чтобы нас всех не задуло одновременно. А, можно? А, шкаф есть, все. Всем привет. Всем, кому я раздал эту хрень, съедайте, она сакается.
мелочно приятно, 24 СПД суммарно. Она же после смерти слетает. Да, 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 но все равно, слушай, типа, на, может, у нас сейчас идеальный пул будет, кто знает. Рыба была? Давай поставлю. Возле луны есть рыба. Кому надо еще? Так, у кого мастер? Ой, у кого сейчас Fire Aura? Хорошо, здорово, флэш, народ. Твой мастер будет. Да, да, пока что, но замены слота нету у нас. Понял, хорошо. А с этот стрим... А, все, вижу. Спасибо, до свидания. Стрим должен быть, да. Да. Давай. Если еще столик стоит, то кому понравится. Да, давай столик, Зорки. Ой, слушай, Невер, ну... Как бы спасибо, столик, конечно. Столик, где я? Столик, где я? Где элементарь? А, Локи, поставьте, да, огурчики. Ну. Давайте по СС-ам. Анонс один раз. Хорошо, ладно, следующий СС. Давайте будет так, как... Тенка, ты будешь давать в неутомимую, Кара в идеального, Дрищ в Корнеса, Гутлик дает в Аптикса, да это мягко дает, дает в Нейвера. Я дал на все, все, все. Хорошо, играли. Хорошо. В следующий раз раздадите просто по этому анонсу. Хорошо. Пробафайте Войда. Вот, видишь меточка? Ага. Милики должны в треугольнике, ты стоишь в ромбике. И вот спиной туда держишь этого. Посмотри, у тебя... мне сказали только что в Кугарете, что мишки очень апнули агро на последней обнове. У тебя на 5 стаках, когда ты прожимаешь этот блит, и на нем уже на боссе есть плюс 5 стаков, у тебя по стриму 30к агро за это дается. Ну, сейчас посмотрим. Да, посмотри, возможно, это решит наши все проблемы. Ну, наглое оружие, в тебя истерия на зеленый полетит. И все. А через сколько выходят змейки? А через 4 минуты таймер. Все, ясно, спасибо. Мы их закрываем за... Ну, с прожимками мы их закрывали за 2. Типа слишком много у нас времени остается. Либо 2.30, да, либо 2. Под конец мы уже за 2 закрывали. У меня на истерии 1 минута оставалось всего. Так, ну, ладно, давайте чек, бусты. Да, пуляем. Бусты не сдаем. Типа припоты оставляйте все на зеленую. Попробуем сейчас в ней по максимуму вливаться. Добро пожаловать, герои. Вы услышали... Запустил. И без колебаний откликнулись на него. В этом... Фласки пропейте, масло промажьте и так далее. Так, я меточки с пола убираю, все запомнили. РДД, рейндж 12. Апти уже 4 куска. Аптик с фурик. Ой, хорошо, это я радует на самом деле. 32-й топор взял. 10 секунд у нас. Четыре, три, два, один. А, Войд на 4-х. Бомба кинул. Угу. Бомба, бомба. Дрищ. Четвертый. Угу. Бомбу выходите. Неутомимая. Неутомимую не поднимаем. На перефаске риснем. Твоя рожа закинь в Корнеса.
собираю босса. Если есть встать, то встань, если ты не вожа. Поднимите шамана, по шаману дайте ребафу. Бомба, бомба. Больше по снобальдам, давайте сыграем. Метку поставил, через звезду кливайте тогда. Хорошо, давайте босса. Нет, ты мимо сразу рез. Не боб. По нему ты мимо ребаф дайте. Вот в нее и наш сохнал. Я когда вижу. Истерию отдал. На двух хилах. Это раз порешусь. Так, я стоячую, да? Да-да-да, стоячую забирай. Где стоит, там и буду танчить. Ну и же между собой наберите. Танк вправо. Велики, попробуйте по левую и по правую ногу поделиться. Если ренджа позволяет. Мелики, блядь, всех задуло. Сатра бабу есть? Умрёте. Гимн на хп. Спас Коша. Можно падать? Да, не-не-не. Да, падать надо. Да все, можно ложиться. Ну, 28% у первого босса. У этой курицы, осталось, по-моему, вот этой... У зеленой, по-моему, маленький фрейм, да? Вот это, ну, зеленый, сейчас... да, маленький фрейм, да, да, да. А вот у той, которая сейчас вкопанная была, которая сейчас ползает, у меня большая. Тыкните, пожалуйста, Джипса. Сейчас поставлю. Ну, сейчас. Ну опять мелики все вместе стояли, это... Ну здесь варианта нет другого у нас, но надо ее быстро... Разделить меликов. Так разделить надо. Да, да. Там раньше маленький же. Не-не-не, ты имею в виду разделить, одни пошли торчащие убить, да, остальные закопанные. Ну, просто там условно вайп-отряд отправить на вторую. Может, даже не всех, а хотя бы там несколько, там, четверых. Ну да, там четыре человека отправить туда, а остальных... Припатер, го. Да, давайте оставим туда людей с сейвами. Смотри, у нас есть ретрики, остаются на те, которые торчащие, ой, это ползающие. Туда двух ретриков, двух ДКшников. Нет, он кидает. Нам нельзя подожди. Нам нельзя всех меликов отправлять к сейвами в одну сторону. Потому что сейвы это хорошо, чтобы они были с двух сторон. Я не если про нам это... и делить, тогда у нас хрипатый. Давай ты в стоячую. Dead Beach, ты тоже. Флэш. И... Ну да, и Флэш. Все. Хрипатый, Dead Beach и Флэш. Вы отправляетесь бить в красную тогда. У нас остается наглая рожа, фурик, дубовая кожа, короче, ШВшка, кош, бабл, зелень. Там полтинника достаточно даже. Тыкните Джипса, пожалуйста. Сзади ставлю. Угу. Поставил. Красавчик, спасибо. Почту там же, если надо. Не надо почту. 10 миликов, да, у нас? Куча миликов. Ну, без двух танков 10, да.
где мастер есть, так что да. Оставляем. А, освободите. Это я мастер дам на огненную. Только кто-то освободил все. Спасибо. А, хорошо, и флеш. Я запустил. Просто я не знаю, есть его флеш, а мастер или нет. Есть. Войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Ну, там, да, там на 10 миликов там не помогает это. И сакра была тоже, но... Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Роксрайт, кинь кулак под руидом. Самых глубоких и темных пещер грозовой гряды... 10 секунд. ...гормок, пронзающий бивень. Бой, герои! 5. 4, 3, 2, 1. Вот мы сейчас просто внимательно за огнем, чтобы никто не умирал. Мясо, то есть, стойте, не подходите, просто домажьте, я вас подойду, разморожу. Где плевок? Плевок пошел. Где заморозил? Я убью еще. Берит, нет? А тут какой-то трэш уже пошел. Ну что, падаем, да? Или... Да, 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 да. Не-не-не, Лакриму БР. И Войда поднимите. Я Войда поднимаю. Все, поднимай, хорошо. А, по Гутлику наглая рожа дашь? Блядь, 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 блядь. Джинджу нужно набрать. Миликов опять принял. Флэш вправо. Все, опять всех.
кастер близко стоят даже на 2,5. Давайте заходить в лужу, чем мы страдаем. Да, давайте в лужу. Заходите в лужу. Немножко тут это. Короче, предлагаю создать три команды великов. 3-3-4. Три вара. 4 это будет 2 пала и 2 ДК. И еще тройка это будет кот, рога и кто там, и вал. А что такое, что мы не зайти не можем? А тут убегают они еще в ворота. Там червяк там дефилирует прям. Сейчас он сойдет. Очень медленно. Все сойдет. Вот и короче, вот команда, которая 4, их оставить пула на зеленый вкопанный. А те, которые 3-3, их отправить красный, который танчит дон. И они всегда на красный будут, вот эти вот 6. И между собой. И они будут как бы в кучке. На одного из них метку можно поставить. И они будут в кучке по 3 тела. Они будут с пула бить красную, который танчит дон. То есть если в них плевок будет, то дон их сразу разморозит. И на перекопке, когда красная станет вкопанной, они тоже ее будут бить. Короче, понерфили игру с баночками. На зеленой тогда не будет мангла висеть. И тебе комбовского 4%. Мангл у меня есть. Ну ты на огненной стоишь. На этой, на зеленой есть. Нет. А, ну да, 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 точно. Тогда можно тебя перекинуть на красную. И рогу надо на красную, потому что армса нет. 4%. А вы как раз туда и идете. Я же говорю, те, которые 4, это 2 ДК, 2 ретрика, они на зеленые станут. А, ну нахуя? Ну, типа, блядь. Можно, у нас баф нет армса, у нас эфорика. Можно баф повешать, в принципе. Ну суть не какой-то там. Давайте DPS. Фейп, наглая рожа, Вовбро, Валк и Флешлайт. Фейп, наглая рожа, Вовбро, Валк, Флешлайт 4. Пирекс. Нет. Да, давайте Пирекс это 5. И Дэдбич это 6. Они идут за зеленый. Ну, да, за зеленый, все верно. Аптикс, Хрипатый и Роксрайт. Плюс кого-то еще не назвал. Наглорожа? Нет, Наглорожа называл. Их 10. Еще кастеры близко жмутся тут. Миликам приходится только в одну сторону бежать. Справа сейчас была красная и лужа. Uh-huh. Милики пошли в левую со спины. Кастеры стояли прям близко. Там, ну, блядь, даже ну, не отойти некуда назад. То есть с миликом вывод только в одну сторону бежать. А показывается таймер, когда на клюете правый? Нет, у меня нету. И когда задувает, тоже нету. Да, ну ДК могут зеленки прожать. Да, ДК должны успевать это сделать, я не вижу поводу, по-моему. Мага, конечно, не добавлю. Рога кошем снять, я может уже считаю 4 лично. А, да, если два раза не успевал. Ну, кстати, да, нам тоже поражать может. Блин, мне там прям менталка прилетает. Ну да, 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 я понимаю, что тебе прилетает, ты так же умираешь. Шутки шутками, но нам босс сейчас, наверное, в армсе более полезен. Это Рок, это Кот, это Хант, это два вара, которых он апнет. ДПС. Армс не апнет. Каким образом? Чем он апнет? Вариант. У нас есть Фирау и этот... Вы сначала говорите ему о... Я ничего не говорил. Фурик, а теперь опять Анус. Все правильно, что Фурик остается. Вась, извини. Конечно. ДМГ дает, все. Ты сейчас не в дамаге, дело в том, что мне не нравится. Типа, мы разделились на две группы, уже сказали. Кто-то бьет красную, кто-то где-то кислотную, и все. Запустил. Итого, первая пати вся идет за красной. Также плюс к ним идет Флэш и Валк. Остальные идут в зеленую. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда. Ну, милики, естественно. Ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел его. Ну, тогда у нас было. Нельзя сказать, что было больше ДПС. Ну, там кубов больше, что это мягко дамажило. Ну, это понятно. Ничего сильно не меняет. Да будет масса, но можно сегодня, может. 5, 4, 3,
два, один. Кинул бомбы. Выбегайте. Заберешь? 4, да? Босса. 5 секунд заберу карнес. Ну, нам не ему было. Не, я видел, снобульца уже. У тебя СС есть? Не, нету. Так, чё? Ресите? Идеально. А, нет. Да подождите. Так, тут да. 20% осталось. А, как и снип. Найти сейчас сразу Невера глазами. И будешь его резать. У Акрима ты резаешь Корнеса. Вангрис. Блять, по снобальдам надо, по снобальдам сейчас комбат не снимется. Все печально, конечно. Да, да. Можно было бы упасть. Ну, смотрите. Да. Босс выходит. Да, вон боссы повыходили, да, ну, может, да. Опадайте лучше. У нас этот пул лишний 5. Вот, вот сейчас босс становится обычно типа 93% у зеленой. У красной точнее. А сейчас у него 100. Как кобальт и лужа вместе. Всем бы геро дали. Самый везучий, короче. Я типа хотел бабулу отдать, но пожалел. И хотел на... на следующую фазу оставить. Закрой. Так, яростно они не бились, чудовища. Так, что там, масрез, да? Оказались сильнее. Сошли просто вместе все. Перед инстом рейсом все масрез. А что-то не дает, не разрешает. Правильно говорить, ты что, масрез лишь ВВК? Ага. На Ануба оставь масрез. А топовой пишет, пишет его в режиме. А, ты заложил, поди. А что там, бич? Дрищ? Может, заморозим гид до выхода целка? До выхода ока? Да не, вот целка хотя бы красивая. До выхода лича, вот на этом, на афе. Так и тут нормально, типа, стрелы, хармич. Да хуета, блядь. Вы начинаете. Бля, себя не старался, клип упал, бля. Не, наверное, вагон. Ну, там будет апута ЦЛК, и будем играть на первой занехватки ДПС. Хорошо будет ЦЛК. Не, ЦЛК простое. А, блядь, их сложно, пиздец. Ну да, потому что ты как... Лужа, выйди, лужа зайди. Лужа ебаные вот эти вот, все время хуеты всякие прилетают. На Джараксус еще неизвестно, что будет. Как там будут молнии, блядь, просто так вот тут, по цепочке, блядь, что-то. Там ЦЛК первый скелет, блядь, ренжа, клива, блядь, 50 метров. И что там? Вайб будет, блядь. Лужа. Очевидно, не, в обычке он легкий. Это ты их хамируешь. Все, давайте, не ходите. Да, чего вы сразу здесь депрессию накидываете? Типа, 3 трая прошло. А как же без натья? Чё, блядь? Ладно, не буду побледывать.
Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников. Надо было йога плюс 0 идти. Вот тоди бы разогрев был. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван. Вот Игнис плюс 6. Это понимаю. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас бомба будет. Танка под боссом. Четвертый. Что больше? Чтобы снабль-то не кинул сейчас. Ну не кинет. Неограниченного. 6 штук, по-моему. Не-не-не, там просто пробел большой. После 6. Только что кидал. Все, отлично, бог, пожалуйста. Хорош. 15 каплей 3 дает. Типа не. 5, 4, 3, 2, 1. А у меня с человеком проходит. Кто хоть под лицо, ребят? Закопается лакрима Абди, идеальная даме. Закопался. Всех разморозил. За дабочетом Альянса. Я вижу. А Аптикса поднимите. Дайте им баф на хп хотя бы. Я, короче, жгучий по объёме. Репав, репав. Кару, кару, кару. А там лужа будет сейчас осторожно. Хай появляется, вижу. Меня плюнуло, хорошо. Ёпа, я РДД пускай свечется. Да, Тенка, подойдешь ко мне? Ромбик, РДД свечнитесь, да. Тенка, разморозишь меня? А где? По-моему, не утомимай. Не-не-не, у тебя уже нет бафа. Блин, кончилось. Следите за дистанцией. Я 2 секунд стою. РДД наберите, ФНЖ. Веду. Хилы поднимите меня. Все, отлично, вот прям поднимаю.
Меньше уводи, вывел из уши и все. Вы уже через 2 секунды. Рев выходит. Забери Лёва, у меня 2 секунды. Я потом заберу с тебя его. Побежал. Мы у какой стороны кучкуемся? Мы сейчас Давай. Здесь стоим. Сейчас смотрим, куда покопалась она. Побежала. Вот туда к ней бежим. Freedom, Freedom, в Изоркало. В сторону красной. Красную добили. На меня, блять, танка упал. А, Войт, повернешь танка? Не, наверх сейчас умрет еще. Сейчас дам. Блять, это не успел. Не, не хватило ДПС. А, блять. Ложитесь, короче. Не сильте. Так уставать так, что вас лужа не откидывала. У нас Freedom сейчас очень долго был. Вот типа и лишние там, типа 200к ДПС. 2 секунды Freedom'а. Там падали же, да, на первых, на червях, когда они вырезали. Три тела, по-моему. Три, два. Ну, по другому, по кого он вырезался? Парализованного или нет? Там он в центре. А черт его знает. Ну, он в змею врезался вообще. Вон, в Аптекса, видимо. Ну, он стоял. Нет, Аптекс умер вместе с этим зданием. Раньше? Да, здание. Фридом долго был, потому что он двух редриков откинул далеко и... Поэтому долго получилось. Понял. Я встал неправильно, я хотел по-другому встать, но, блядь, не получилось. Уходим. Я даже датер не успел отдать. Хотел. А может их лучше убивать одновременно? Еще дальше, это еще сложнее будет. У нас тогда плевать будет больше. Да, но тогда а мы умираем на плевках. Тогда рев не выйдет. Причем выйдет? Нету. Он по таймеру выходит. Тогда он выйдет, когда будет 2. Угу. Будет весело. Мы сразу троих завыдешь. Зорки просто на жгучую запрыгивает и будет ее седлывать. Блять, седлывать. Какое слово ебанутое придумал? Седлывать? Седлывать. Нейвер, слушай, а ты через трап-дэнс играешь? Нет. А почему, учитывая, что у нас столько клива? Ну, сложно сказать. На первом это профитно, на втором это тоже профитно. Не знаю. Уйдите с ноги, блядь, заебали. Чужики не пропадут никак. Снимите шкуру, что ли. Вон там этих ретриков куча, можно... О, появился у меня в магазе. Со льву можно сообразить. Стреляй. Стреляно, это только по скидке. Не, хотя тебе можешь на мультик даже больше не что это пробивает. По скидке-то нечего. Нет, там фасты 2%. С опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания... А, ты ночной, я про Влада паду. Ой, короче, ладно. Я не об этом думаю сейчас. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Кормак, пронзающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Булочек. Под босса. Кто, блин, кто там? Танк, конечно, прикольно. Какой
кучу налутал. Так что, Войд подниму, да? Да, подними карту с АБРом. Сколько у тебя там стало? 5 уже. 6 уже. Блять, не игра. Блять, 3 лужи подряд просто. Я третью встал, и ты лишь там. Так я ж отхожу там лужи, я отхожу там лужи, все. Все, хорошо, хорошо, ребят. Вот, подойди чуть ближе, так чтобы, ну, максимум в босса. Чтобы он не поворачивался, да, отлично. На Гвороже залезь сейчас это в Корнесу. Все, запираем. Опа, сыграем, Стомбль сам умрет. Блять, Сарио еще. Открыть только сейчас. Сейчас подмашу разморашивать. Я в проличе, в косяке. Там все что там. Дубовую дал. Тебе не дам, что? Ну что, много умерло, или только я? Вакриме. А по Вакриме идеальный. Я могу. КД еще. А, КД еще. На Гвороже, давай тогда ты. 2 минуты. А, ты тоже 2 минуты вижу. Войда поднимите. Уже отвожу. Че, давай, милики, пошли свечиться. Милики, свеч. Наоборот, на кастер, миликом бежать долго. А. Точно. Кодлика поднимите. Все, вайп. Да. Давайте падаем. Как у нас получается так, что у нас куча РДДшников, у вас очень мало? Токсины. Ну да, да, как он попадает на сразу несколько, ну, на много человек? Сразу, я при мне еще на один раз в РДД зону кинула, меня задело, и второй раз кинула, меня тоже задело. Дважды, короче, кинула в РДД. Кстати, это лужа на первой фазе, если сразу выбежит даже уроника, даже дотка не решится. Вот мне кто-то расскажет, как эта хуйня работает. Какая? Этот токсин, который летит постоянно в РДД. Ну там, по идее, он где больше людей, в того и приет. Он в одного приет. Ну, он рандом приет, но где скопление больше людей, там больше вероятность, что туда приедет. Зайдите в лужу, чё вы? А почему, кстати, черви типа в центре-то не тащит? Что типа стать ренжом всем, блять, и все тусовались? Ну, потому что бегают. Она ж не двигается, зеленая. Придумал тактику. А если не бить зеленую, то она потом в нас клюнет. Мы будем умирать не от красного, а от того, что у нас просто пол рейда будет замороженным. На реже. Да, разморозить некому. С токсином не, и кстати, знаете, что можно сделать? Блин, я вам на том рты говорил, вот и Синкай говорил, что мне. Что я правильно еще, что когда вот зеленая выкопалась, чтобы милики все били зеленую, а РДшники пошли красную бить, которая одна плюется. И она, типа, если плюнет в РНЖ или джем, легче разбежаться будет, а милики зеленую добьют. Нет, там нам сейчас надо на
Да, на 1,5 миллиона надо сейчас действительно свечиться. Я посмотрел, что они очень быстро улетают. РДДшники. Когда у какого зеленый остается 1,5 миллиона, свечитесь. В смысле, тысяч наоборот. Ну, милики остаются на вот этой первой, которую мы бьем, а РНЖ бьют красную. Да, да, да. То есть... РДД свечивается, да, да, да. Даете full апдот и свечи. Не, дрищ, не на огненную, блять. Миликам нельзя на огненную, потому что если в них плюнет, они друг друга пожрут. Снип, ты где там? Нет, наоборот, милики должны добивать РДД свич. Миликам, чтобы свичнуть, надо бежать. РДД нету. Нет, они могут сразу свичить. Ну, плюс РДДшникам легче разбежаться. Да. Сколько там попыток у нас? КГ-снипа нету. 26. Так если мили побегут свищи, они пройдут секунд 10. И там стаки, допустим, вроде яды проебут, там фералы, блиды, там еще что-то, языка, болезни. Что у нас помогает? Там на замене есть? Секси-тролль. У нас меткости не будет тогда. Да он сказал же, на 2 минуты отойдет. Да? Подожди, я что-то не видел. А, 2 минуты био, тогда да. Начнем. Ну что-то 2 минуты много био, надо давать. Минуту. Надо под себя ходить, правильно? Вообще как бы да, памперсы. В памперсы сидеть, блин. Бутылку брать с собой. Пивас выпить, туда же посмотрим. Надо сразу это, на унитазе сидеть, но вот тащить, блядь, играть. Ну вообще я как бы так играю. Здесь кресло такое специализированное для геймера. Я думаю, оно и видно. Кресло унитаз называется. Слушай, ну сысь трусы, типа, зато тепло первое время будет. Представляешь, что ты в аквапарке? Так, он зашел. Все, ребят, давайте, ну это... Да, конечно, давайте я сейчас так поговорю. Завяжем. Милики остаются добивать, а РНЖ не свечит в огонь. Да, да. Чтобы опять не запутались. Там была Кримарилок сделала. Гугасни, туалет освободился, она пошла. Короче, на 20-й попытке еще раз могу предложить тактику другую только. Давай там Арче. На присутствие Лакрима сейчас зайдет. Лакрима, да.